8 человек пострадали во время акции против действующей политики правительства Черногории. Несколько тысяч оппозиционеров вышли на улицы столицы с требованием отставки премьер-министра Мила Джукановича. Накануне чиновник улетел из страны. Кроме того, митингующие выступают против вступления Черногории в НАТО. Мирная акция переросла в беспорядки, когда манифестанты стали забрасывать полицию фаерами и камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ. А в минувшую субботу стражи порядка разогнали палаточный лагерь оппозиционеров, которые 3 недели митинговали возле здания правительства. Российский МИД, комментируя ситуацию, подчеркнул, что вступление Черногории в НАТО не решит проблем страны, а скорее добавит новых.